Тем временем уже в ближайший четверг, 17 февраля, в Сыктывкаре пройдут общественные слушания по вопросам строительства центра диагностики и лечения вирусных заболеваний, а также перинатального центра и поликлиники. Напомним, есть несколько вариантов их размещения. Один из них – строительство непосредственно в Сыктывкаре, в микрорайоне Кочпан-Чит. По плану центра диагностики и лечения вирусных заболеваний будет рассчитан на 200 мест, он будет многопрофильным. Современное оборудование, передовые методы диагностики и лечения помогут привлечь в республику квалифицированные медицинские кадры. Объект рассчитан на создание до 500 новых рабочих мест, а потому в составе центра планируется и строительство общежития для сотрудников. Перинатальный центр при этом будет насчитывать 220 коек. Новая поликлиника рассчитана на 120 посещений в смену. Окончательное решение о строительстве медцентров на выбранной территории будет принято только с учетом мнения общественного совета и жителей Сыктывкара.